Никто и ничто не помешает шотландскому народу провести референдум о независимости. С таким заявлением выступил в пятницу Ангус Робертсон, заместитель лидера шотландской национальной партии, возглавляющей партийную фракцию в британском парламенте. Отрицание наличия права выбора у шотландцев будет недемократичным и абсолютно неприемлемым, считает он. Аргументы Тори касаются не самого процесса, а свидетельствуют об их безнадежном стремлении запретить кому-либо воспользоваться шансом отказаться от жесткого сценария Брексита, которым они так преданы. Правда же заключается в том, что будущее Шотландии должны решать шотландский народ, а не Тереза Мэй или шотландское правительство. В ответ на эти слова премьер-министр Великобритании заверила граждан королевства в том, что будет всегда бороться за укрепление и сохранение такого ценного союза, как британский. Сердце и душа нашей партии принадлежат Соединенному королевству Великобритании и Северной Ирландии. Драгоценные нити, связующие четыре страны – Англию, Шотландию, Уэльс и Северную Ирландию. Но этот союз – нечто большее, чем конституционный артефакт. Это союз всех наших граждан. Мэй намерена запустить формальный процесс двухлетнего выхода Великобритании из ЕС до 31 марта. При этом новый референдум о независимости Шотландии может быть проведен в период между осенью 2018 и весной 2019 года.